Всем привет! Это видеообзор лакомства для щенков фирмы Trixie. Это мягкое лакомство с кальцием. Я это лакомство приобрела в магазине «Шиншилка». Вот так выглядит лакомство. Такие малюсенькие косточки для малюсеньких зубов или для массажа десен. Еще раз подчеркну, они мягкие. Вот, видите, как вызывает интерес. А в упаковке 140 грамм. И они богаты кальцием. Вот. Дай. Вот так. Вот. Где мы? Где есть? Где косточка? Вон. На. Соня, на. Вот так. Вот такая Сонечка. А так жует своими маленькими зубами. Вот такое вот лакомство. Еще хочу отметить, очень удобная баночка. Имеет такую крышечку. Вы можете ее открывать целиком, а можете открывать частично. Это очень удобно. Спасибо вам за внимание.